Привет всем, кто пронес себя через все эти трудные праздничные дни и уцелел. Вы смотрите свежий выпуск Клипью-чарта на Муз-ТВ. С вами я, ваш Митя Фомин. И прежде всего напоминаю, что Клипью-чарт – это самые популярные музыкальные клипы интернета, а значит, самый интерактивный хит-парад телевидения. Ты голосуешь на сайте клипью.ру, и вот любимый клип уже в эфире. Если вы обожаете Полину Гагарину, то радуйтесь. Прямо сейчас я не буду на 30-м месте. Между прочим, эту песню целиком написала сама Полина, и слова, и музыку. Есть у меня подозрение, что-то тут личное. Но, надеюсь, все проблемы уже позади. Впереди только безоблачное счастье. Пусть будет так, как в треке Нюши. Она на 29-м месте. Недавно Нюша объяснила, почему она так старательно скрывает подробности своей личной жизни. Просто потому, что это личная жизнь. Значит, она должна оставаться в секрете. При этом певица намекнула, что в прошедшем году в ее личной, приличной жизни произошли серьезные изменения. Пока вы гадаете на кофейной гуще, я предлагаю посмотреть, кто на 27-й строчке. '97 далекий год, друзья мои. Сегодняшние студенты тогда еще пешком под стол ходили. А кто в те времена был студентом, сегодня изо всех сил ностальгирует на этот винтажный клип. А ведь кто-то через 20 лет будет умиляться, глядя на то, как Айова бьет бит. Это была 24-я позиция Айова с клипом «Бьет бит». Надеюсь, вы помните, что это видео, как и все другие клипы из нашего чарта, можно смотреть в любое время с помощью приложения «Клипью» на телевизорах Samsung Smart TV. Но главное – всегда помнить о главном, чтобы градус не падал. Если вы умеете засыпать плавно, так как участники группы «Градусы», то я могу сказать, что вы счастливчики. Я каждый раз пытаюсь поймать этот волшебный момент, стараюсь думать о главном, но никак. Хлоп и темнота, а потом сразу утро. А что главное, кстати? По-моему, это быть вместе с близкими. Feast of Family знает, о чем говорит, то есть поет. Быть участником группы. Сегодня один состав, завтра другой, а потом все эти клипы с разными солистами встречаются в одном чарте, начинают конкурировать, сражаться за более высокие позиции. Как-то странно, да? Хорошо, что Ани Лорак такое не грозит никогда. Ее «Оранжевые сны» на 16-м месте. «Оранжевые сны» видит Ани Лорак на 16-й позиции, а мы видим прекрасное мобильное приложение Клипью для iOS, для яблочных гаджетов. С его помощью можно смотреть и слушать клипы участников нашего чарта в любое время, из любого места, и эту вечеринку не остановить. А вы знаете, что американские журналисты не сомневаются? Питбуль может оказать серьезное влияние на исход ближайших выборов президента США. Между республиканцами и демократами идет настоящая борьба за его внимание. Вот это популярность, с ума сойти. А у нас баклажан. Это был Тимати Рекорд Оркестр с мегахитом про бакла. Я хочу напомнить, что все песни, клипы из нашего чарта можно слушать и смотреть легко и просто, и буквально в любой момент с помощью приложения Клипью на телевизорах LG Smart TV. Долго ли, коротко ли, мы подошли к тройке лидеров. И на третьем месте сегодня встречаем Мота с Бьянкой. Пока.
пока на наших глазах Бьянка и Мот отдают друг другу абсолютно все, мы плавно переходим к моей любимой рубрике. Сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на то, что харизматичный и правдолюбивый Noize MC может не только читать на ходу и складывать остросюжетные рифмы на злобу дня, но и пишет очень проникновенные песни для дружественных артистов. Одну из своих работ он создал для Татьяны Терешиной, второй солистки группы Hi-Fi, в которой я, собственно, с ней познакомился, а ныне счастливой мамы моей крестницы Арис. Ждем от Татьяны в наступающем году новых песен, экстравагантных поступков, а пока вспомним ее «Обломки чувств», которые написал Noize MC, которые в свое время рвали все хит-парады. Прекрасная Таня, красивое видео, чудесный плавный переход к первому месту. Сегодня на радость всем девчонкам и их мамам победителем становится самый популярный бойз-бенд в мире One Direction, Drag Me Down, просят парни. Ну как же им отказать? Drag Me Down от One Direction – это наше все на ближайшую неделю. Клип Ючарт подошел к концу, хотя, конечно, это не значит, что можно перестать заходить на сайт clipy.ru и не голосовать за свои любимые клипы. Обязательно продолжайте это делать, и тогда, возможно, в следующий раз на вершине окажутся именно ваши фавориты. С вами был я, весь ваш Митя Фомин. Читайте, слушайте, смотрите меня в социальных сетях MF_Agent. Никогда не забывайте про Инстаграм Муз ТВ. Пока!